Ой, мои любимые китайцы. Ходьба, ходьба, инсультные пациенты. Инсультных очень много. Но специализация реабилитации, в принципе, здесь. Это инсультные ЧМТ. Да, с 14 года я в Нанкене. С 8 года работает универсал, компания, принимающая сторона. Вон наша любимая, она очень хорошо говорит по-русски. Наша Леночка, я ее называю. Но я неправильно ее называю. Сейчас я вам покажу ее. Вон она. Она работает с инсультным пациентом. Вон идет девочка. Пошли к окну, видимо, на опору. Да, вот сейчас она его подведет на опору. Угу, опора. Китайцы очень трудолюбивые. Для нас домашние задания это выполнять не очень привычно. Они очень много занимаются сами. Вот сейчас был обед, смотрю, по коридору иду, все стоят в опоре, просто на перилы, опора и стоим. Ребята красивые, северные. Северные китайцы очень высокие доктора, в отличие от южных. Угу. Красавцы. Вот тоже в опоре стоим. И ходьба. Вот ходьба. Вот сама она, сама. Инструктор показал, и сами занимаемся. Ну вот наши ребятушки. Тоже ходьба. Ой, выбучи. Угу. Сейчас мы ждем нашего инструктора Симей, чтобы показать нам работу с Анечкой из города Красноярска. У нас маленькая девочка-пациентка. Будьте все здоровы. Будьте все здоровы.